Голова короля в платье, изнутри новая посреди бала, ощутила себя не Анной Болейн, а напротив того, кто во главе 68 по веру, напротив бала, слишком много ролей в ювелирной шкатулке любого таланта, ключевого фигуранта по делу большого взрыва смотрибого окна мира. Агностики, как и те, кто под маской несчастны и никогда не перейдут на новый уровень. Вера есть сказка. Важно, насколько она нутром обдумана. Моя, здравствуй. Твоя флага из забытого сундука достала, выплыла на сушу, и вот она я. Эволюция, чтобы вровень все стали, не нужны пьедесталы, все едино, все цельно, все в ДНК закручено. Пока ты ждешь повышения камнями стремлений, словно сизиф на вьючный, я подписываю радость резолюции и красоты резолюции. Друзья мои, прежде чем Александр Аньков Сэро закончит наш замечательный вечер, я еще сюда хочу пригласить моего друга, члена нашего союза Максима Маркевича, чтобы он прочитал нам пару-тройку стихотворений, ну а потом Саша уже музыкальное выступление поставит точку и в этом форуме, и в этом гала-концерте. Максим Маркевич! Спасибо, друзья. Я даже не знаю, наверное, сейчас запущу Дон Ван Хелико. Вообще, я планировал ее сделать на слайме, но она больше 3 минут. Не сложилось. Ладно, если не сложилось. Если ты был капитаном, то все должно быть. Донна Анхелика – наша класс-ручка, и это реальная соска. Учащийся Хорхе Луис понимал, ее покорить непросто. Хорхе Луис – горячий мучачо, учащийся 5-го класса. Она не хотела его замечать, и он подарил ей ластик. У Донны Анхелика фластиков горы, не знают уже, куда класть их. К тому же девчонки любят лишь тех, над кем не имеют власти. Над Хорхе Луисом Анхелики власть подобна стальному диктату. Жестокая Донна куражится взласть, и двойка стоит по диктанту. Хорхе Луис дежурит весь год, зовут родителей в школу. Когда-то ребенок жил без забот, не ждал от жизни приколов. Теперь несчастный не ест, не спит, учебу волочит еле-еле. Только в окно безнадежно глядит и теребит Мануэля. Отец в печали сопьется дебил, под хмурым сыграет в ящик. Тот ластик в форме сердечка и был сердцем его горящим. Но юность сильнее, чем порошок, сияет в жизни просторы. И Хорхе Луис дорогу нашел. Дорога его в сутенеры. С 12 лет носил пистолет и многое брал за даром. Стремительно рос авторитет, торговца живым товаром. И вот привозит ему ассистент новых работниц досуга. Он поднимает брезентовый тент, девицы визжат в испуге. Наркобароны в ходе боев засели в какой-то школе. А эти нимфетки – законный улов, так уж сложилось в поле, и Хорхе Луис различает внутри странно знакомое тело. Анхелика, ты в 73 нисколько не постарела. Я вновь ощущаю нервную дрожь, когда ты стоишь так близко. Скажи, Анхелика, ты узнаешь сикарио Хорхе Луиса? Хорхе Луис, я помню, ты был самым красивым в классе. Как здорово, что ты меня не забыл, ведь я сохранила ластик. Я ставила двойки тебе за диктант в надежде на пересдачу. И пусть ты не был ни в чем виноват, но так мы виделись чаще. Остался бы ты на 2-й год, взяла бы тебя на поруки. Тогда бы за спиной не судачил народ и не отвернулись подруги. Анхелика, так для чего ж я страдал и был бесконечно несчастным? Выходит, я зря воровал, убивал и стал сутенером напрасно.
Выходит вся жизнь, как товарный вагон, что с рельсов сошел у вокзала. Зачем ты попала в этот фургон? Зачем ты мне все рассказала? Хорхе Луис достает пистолет, патрон досылает в патронник. Анхелика в ужасе думает: нет, наверное, он меня троллит. Адьос, Анхелика, выстрел звучит в тиши ночной Тихуаны. Хорхе Луис, сутенер, паразит, бегом растворился в тумане. Тачки, текила, тысячи нимф и золотые горы. Не стоит любви скучающих милф. Козырная жизнь сутенера, друзья. Спасибо большое, на самом деле, Максиму, что выступил передо мной именно с этой вещью. Я думал, здесь читают такие серьезные стихи, когда все... Ну, многие люди прям серьезно таких читают, что я здесь делаю. Макс, спасибо. Поэтому я решил тоже немного похулиганить. Чего он вроде? Слишком поздно отступать.
слишком поздно отступать. Слишком поздно. И вот я сижу на подсвеченной сцене перед зрями солнцем людей. И в голове смешная смесь обалдели вопросы. Боже, где? Боги, кто он был? Не врубили, то говорится, типа не глухо, слепа. Ник, давай, что ты берешь в лодок, ну, на пара. Слишком поздно отступать. Слишком поздно отступать. Слишком поздно отступать. Я думаю, что многие тут из выступающих поэтов, писателей, музыкантов проводят кучу времени в дороге между как бы, городами тура, собственно, разъезжают там по форумам, по фестивалям и так далее. Эдакая блюзовая ода трассе Москва-Петербург и обратно. Лежит свободно, просто не разрушит.
году, а в твоем доме году десятка звона. Но я сюда еще вернусь, чтоб сносить тебе дорожный плюс, чтоб твое сердце остаться навсегда. Чтоб мое сердце ты оставайся навсегда. По-моему, негативно смотрели на танцы на сцене. Юль, так, да? Так нельзя танцевать? Жаль. Ладно, тогда танцуйте сидя. Сегодня уже, по-моему, звучал в вашем исполнении, да, совершенно шикарно. Я попробую сейчас ответить, будет не так классно, но, ладно, раздолбайся, я думаю, можно. Регги, в принципе, музыка раздолбает. Спасибо Николаю Кириченко и Нике Баткин, всей
в команде данного замечательнейшего мероприятия. В следующий раз, в следующем году делаем больше, а лучше раз. 5 минут, да, на это. Спасибо! Поэтому всегда немножечко бунтуют. И сегодня у нас был уже бунт, такой поэс-панк, когда два поэта в белом-белом вальсе ворвались на сцену, что вообще-то... Две поэты. Да, вот. Но раз на сцену врываться в белом-белом танце нельзя, то можно прийти как поэт. И поэтому следующую точку в нашем финальном многоточии поставит поэт Прохор Брани. Прошу. Я подвешен за то, что я дива поэт, и похож на ребеночка в поле, что несет ослабя огромный букет безупречных и сладких магнолий. Оттого мне на шею удары по грудь и ветром рыгающий вечер вздернутый синею горькую муть. Я качаюсь, я искалечен, раз такие дела возбухать западло, очевидно, по тем же законам каждый житель свое пожалеет дупло под осенним и сахарным лед. Я кричу от